традиционно на фестивале «Лицедей» выставляются спектакли прошлого сезона, наиболее удачные, которые бы можно было номинировать. И так совпало, что в прошлом году на наш взгляд, удачная в творческом диапазоне была премьера «Фрёкен Жюли» по пьесе Стринберга. Трудно говорить об этом спектакле. Он сложный о судьбе одной девушки, которая хотела быть свободной, но в силу обстоятельств жизненных и внутренних не смогла этого сделать. В результате трагическая судьба одной из героинь этой пьесы. А в этом году по традиции у нас театр «Кукол» участвует в нашем фестивале и показывает очень замечательный, достойный спектакль прошлого сезона «Фрёкен Жюли» по пьесе Стринберга. Актерам нужен выход чуть-чуть за пределы своего театра, за пределы зрительного зала, на профессиональную критику, чтобы была оценка их творчества и был, так сказать, полет дальше. Это крайне необходимо творческому человеку. И «Лицедей» позволяет это сделать. Это ежегодный фестиваль. Он, как правило, еще совпадает со временем трех колоссальных праздников. Это 21 марта, Международный день кукольника. Это 25-е сегодняшнее число, Международный день работника культуры. И 27 марта, Международный день театра. Собственно, это двойной праздник. И, конечно, получить номинацию и завоевать, стать номинантом «Лицедея» очень престижно для наших актеров. Поэтому мы с удовольствием участвуем в этом фестивале. Где это вы научились так изъясняться? А где? Где? А где? Где? А где? 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 А, вы верно часто бывали в театре? Иди сюда! Быстрее! Пришли! Пришли! Ну? Давай! Пришли! Быстрее! Снёшься же ты! Наконец! Что такое? Нельзя беспокоить спящего! Кто весь день простоял у плиты, может и утомиться к ночи. Сон надо уважать!